Масштабний обмін ув'язненим між Росією і західними країнами у списках 24 особи ув'язнені з Росії, США, Німеччини і ще 3 країн. Газета The Moscow Times пише, до списку увійшли люди, пов'язані з опозиціонером Олексієм Навальним, росіяни, які засуджені за критику війни в Україні, а також громадяни США. Що змусило Путіна віддати цих людей та найголовніше, кого натомість Захід віддасть Кремлю? І в цих цілях Путін їх може використати. Про це і не тільки говоримо далі з російським оппозиционным политиком Геннадием Гудковым. Геннадий, здравствуйте. Да, я приветствую вас и, конечно, всех, кто видит нас и слышит. Ну, сегодня просто вал информации о перемещении бортов, на которых, как мы понимаем, находились политзаключенные. Точно известно, что это Эван Гершкович, это журналист американского издания The Wall Street Journal, Пол Уилан, бывший американский морской пехотинец, уже на свободе. Они, напомню, были приговорены к тюремному заключению в России на 16 лет. Получил 16 лет каждый. Вот большой обмен, о котором много говорили, получается, состоялся. CNN уже назвала его историческим. Что вы об этом думаете? Ну, что я могу об этом думать? Я, конечно, рад за наших политзаключенных, которые обрели свободу и смогут вернуться к нормальной жизни. Как говорится, у крокодила из пасти вырвали хоть каких-то людей, которым грозила потеря здоровья или жизни, пытки и так далее и тому подобное. Радуется нормальный человек, конечно, рад этому. Как говорится, всю обедню портит только одно обстоятельство, и по этому обстоятельству Путин работал особенно активно. Работал не напрямую, а работал через Лукашенко, поскольку в Беларуси приговорили одного из граждан Германии к смертной казни. Дело в том, что если мы сейчас возьмем, отмотаем немножко назад историю обменов, то попытка обмена была предпринята гораздо раньше, и путинский режим в первую очередь назвал фамилию этого Красикова, убийца из Берлина, который убил, господи, фамилия у меня выскочила, чеченский оппозиционер, который был там уже объявлен, который был своим личным врагом. Он был убит этим Красиковым в Центральном парке Берлина. Вот, оказалось, что это бывший работник ВМПЛ, который совершил уголовное преступление. В тюрьме, его выпустили из тюрьмы, дали ему новые документы, дали оружие, приказали, ну, он ведь согласился, понятно, в качестве искупления убить там вот этого политического противника режима путинского. Вот, и вот всю обедню, как говорится здесь, да, все это понятно. Понятно, что удалось вытащить из лап кровавого режима хороших, ни в чем не повинных людей, которые просто стали заложниками вот этого путинизма. Но в обмен туда поехали шпионы, диверсанты, провокаторы и, к сожалению, приговоренный к пожизненному заключению вот этот Красиков, который никакого отношения ни к шпионажу, никакой деятельности не имел, кроме того, что он просто банальный наемный убийца, представитель государственного террора, которым занимается путинский режим. Вот это, вот, конечно, создает серьезный опасный прецедент на будущее. Понятно, почему так Путин за него держался, потому что для него важно, для Путина, показать, что он своих, а свои у него эти все коррупционеры, воры, убийцы, провокаторы и так далее, что он своих не бросает. И таким образом освобождением Красикова открывается ящик такой Пандоры, что ли, новый, когда сотрудники, бывшие, не бывшие, вагнерцы всякие, наемные убийцы, будут совершать акты террора в разных странах мира, в любых странах мира, полагая, что их не бросят, их обменяют. Вот это очень опасный прецедент. Он, конечно, как бы, так сказать, вот это самый главный неприятный момент всей этой истории. Когда меняют шпионов на шпионов, там и военных на военных, тут все понятно. Когда меняют наемного убийцу, приговоренного к пожизненному заключению за абсолютно чудовищный акт террора в центре Берлина, и его отпускают на родину, к своим хозяевам, то это, конечно, опасный прецедент. Но это, как говорится, вот здесь и от этого никуда не денешься. Но мы рады, что люди на свободе. Мы все рады, ждем их. Ну а то, что обмен состоялся сейчас, понятно, что Россия очень долго упиралась и не хотела выдавать людей. Вот в данном случае... Я вам больше скажу, что упиралась Германия. Мы же общаемся с и депутатами Бундестага на достаточно серьезном уровне. Мы общаемся с представителями министерств ведомств Германии, которые в курсе были этой ситуации. Германия до последнего говорила нет. Даже когда американцы обратились к немцам с просьбой рассмотреть вопрос по вот этому Красикову, немцы ответили отказом принципиальным, типа мы убийц на политических не меняем. Вот. Но когда приговорили через Белоруссию, через Лукашенко гражданина Германии к смертной казни, немцы дрогнули. Вот просто чтобы вы понимали, как это было. И переговоры ведь давно об обмене начались. И вот давайте я уже еще один скажу мысль, которая требует, наверное, подтверждения и осмысления. Я думаю, что так как переговоры начались давно, понятно, что создавался обменный фонд, понятно, что арестовывали, понятно, я путинский режим имею в виду. Но, скорее всего, кто сегодня самый, может быть, так сказать, чувствует горечь вместе, праздник со слезами на глазах? Юлия Навальная. Юлия Навальная. Ведь в этом списке среди первых должен был быть ее муж. И его, так сказать, сын и дочь. Да? Вот, наверное, они сегодня, его родители, Алексея, ощущают больше всего горечи, потому что Алексей должен был быть в этом списке. И у меня такое сложилось впечатление, лично у меня, я могу быть неправым, что раз переговоры ведутся об этом консультации, обмен давно, то, видимо, в Кремле было принято решение найти способ не выпускать Навального из тюрьмы никаким образом. И когда мы сейчас говорим, что там на кремлевском совещании Золотов, там еще кто-то дали обещание Путину, что он никогда не выйдет из тюрьмы, и мы думали, что это, что будет пролонгация сроков, Потом мы думали, еще что-то другое. Оказалось, может быть, здесь очень просто. Они готовили это убийство. Ускорили это убийство, чтобы снять фамилию Навального с повестки дня по обмену с этого списка обмениваемых лиц. Я не исключаю, что это ускорило убийство Навального в тюрьме. Это, безусловно, вина исключительно только путинского режима и его этих военных преступников, сатрапов, палачей и садистов. Но я думаю, что так оно могло подчеркивать, быть. Я думаю, что эта мысль и это предположение требует изучения и перепроверки. Ну а для каких задач вообще вернули этих убийц и негодяев, как вы говорите? Чем они могут быть полезны Кремлю? Для Путина сейчас даже важно не столько там пополнить ряды шпионов, убийц, провокаторов и прочих, а для него важно сейчас показать своим этим системам репрессий, своим этим наемным киллерам, что он их не бросает. Чтобы ускорить, усилить подразделения, занимающиеся государственным террором за пределами страны. Да, может быть, даже и в стране. То есть сейчас все говорят, он не бросил, он достал, он этого. Да, он был приговорен за убийство, да, его поймали, да, его приговорили. Была в смертной казни, как в смертной казни нет, пожизненное заключение приговорили. А Путин молодец, он его достал. Вот что сейчас будут говорить. Эти шпионы там, или там хакеры были осуждены за преступления там, по выборам, по всяким мошенничествам, а он взял их и достал, в том числе там сына одного из депутатов Государственной Думы. То есть он это сделал для себя, чтобы слыть таким отцом родным, который своих в беде не бросает. Для укрепления своих позиций. Не так важен у Красиков, как важен этот ореол такого пахана, который всех, так сказать, обо всех помнит и никого не бросит в беде. Для него это было важно, наверное, важнее, чем сам Красиков. Красиков отработал свое, все понятно. А что как с ним будет? Было? Его отпустят? А? Его отпустят? Слушайте, я думаю, что его наградят. Его наградят, рассыпят там серебром, златом, его куда-нибудь двинут, и не только его. Я думаю, что все эти люди сейчас, потому что, знаете, мы смотрим, герой СВО – это новая элита. СВО – это, в общем-то, первые три буквы от слова «сволочь». Я по-другому это не воспринимаю. Значит, этих сволочей сейчас будут двигать в элиты российские. Кого в Думу, кого в Совет Федерации, кого на губернатора, кого на мэра, кого куда. Кого на какую-то должность с большими погонами. Путин будет пополнять свою криминальную элиту этим элементом, абсолютно криминальным. Даже сомнений нет. Может быть, не все захотят занять какие-то должности, скорее всего, все захотят. И такая возможность им представится. Они все будут награждены, они все будут в почете, они все будут слыть героями, так сказать, нынешнего времени, настоящего времени. Потом, конечно, они будут все прокляты, но это будет потом уже. А сейчас они вот будут на гребне славы, купаться в лучах славы, в льготах, благах, званиях, наградах, медалях и так далее. Вот я думаю, что их ждет такая временная судьба, ну а потом уже, ну это будет потом, это уже потом. Ну, история все расставит по местам. Да, да, то, что они все будут прокляты, а уж Красиков в первую очередь, это, можно даже в этом не сомневаться. То, что если режим рухнет быстро, а он должен рухнуть быстро, они вернутся в места не столь отдаленные, многие из них, не все, может быть. Я не хочу сказать, что все из них выполняли криминальные приказы, что все там, ну и так далее. Там, может быть, и есть, скажем, амнистирующие моменты, но часть из них должна оказаться в местах весьма отдаленных от общества. И если действительно будет справедливый суд в новой свободной демократической России, он назначит им меры наказания. У меня никаких в этом сомнений нет. Ну а что вам известно о российских оппозиционерах Яшине и Кара-Мурзе? Они же тоже были в списках, насколько я понимаю, но уже Запада. Каков может быть их дальнейший план? Они освобождены. У меня нет никаких сомнений, что такие ребята, как Илья Яшин, Володя Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, я их вот лично знаю очень хорошо, не знаю, но много слышал, Лиля Чанышева и так далее. Это люди закаленные, это люди волевые, это люди идейные борцы с тоталитаризмом и с путинским режимом. Эти люди, приведя в порядок свое здоровье, но, может быть, даже Андрей Пивоваров, насколько мне известно, он там проявлял чудеса воли и героизма, он там занимался интенсивным спортом, там любой возможности использовал. По-моему, Илья Яшин точно такой же боец, который там, ему, так сказать, и отдых не нужен. Я думаю, что они станут строить. Они талантливые, яркие ребята, явно с лидерскими качествами, указавшие твердость своих убеждений, взглядов, принципов. Это очень важно. Вот. А многие из них обладают многими талантами. Например, Володя Кара-Мурза великолепный лоббист, прекрасно владеющий английским языком, имеющий очень хороший авторитет за рубежом, среди политических истеблишментов ряда стран. Он очень нужен, полезен сейчас именно в этой работе. Я думаю, что он сейчас серьезно укрепит ряды тех людей, которые будут представлять российские демократические силы в различных государственных инстанциях. Вот. Илья Яшин, помимо того, что он талантливейший литератор, я считаю, очень талантливый, вот, прекрасно. Я все время ему говорю, что ты должен еще и писателем стать, потому что ты очень хорошо пишешь, и читается прям с удовольствием, прям вот настоящий художественный проза, мастер короткого рассказа, репортажа. Я думаю, что вот он создал миллионный канал, канал «Миллионник». И подписчиков миллионы, и просмотров миллионы. Талант нужно иметь журналистский и вообще, так сказать, публицистический. И вот эти ребята сейчас там строят, они серьезно усилят, так сказать, российскую оппозицию в каких-то определенных моментах. Это очень важно. Поэтому ждем их. Да, наверное, Володе нужно там сейчас пройти серьезный там тестирование, профилактику, провести порядок здоровья. Мы знаем, что у него там были проблемы. А Пивоваров и Яшин, мне кажется, они настолько вот сумели себя сохранить в этих труднейших условиях, что им там почти передышки не нужно, они готовы будут приступить к работе сразу. На мой взгляд, я могу, я не знаю, я надеюсь, что в ближайшее время мне удастся с ними поговорить со всеми лично, пообщаться. Вот. Ну, будем надеяться, что они, как говорится, не подведут. Я в этом абсолютно уверен. Вы сказали про укрепление оппозиции. А какие шансы у этой оппозиции перейти в действие? Либо нужно ждать. Тогда сколько? И как долго? Нет, никто не ждет. Никто не ждет. Это что значит ждать? Да никто не ждет. Все, что мы делаем, это не является ожиданием. Много чего сделано за это время, поверьте мне. И не было бы, может быть, такой обстановки сейчас и в Европе, и в Америке, если бы мы бы каждый день не работали над этим. Вот, но не в этом дело. Дело в том, что ведь, если мы говорим об активных действиях, то тут ведь, давайте, что там кривить душой? Запад не готов. Коллективный Запад не готов ни к чему. У них нет ни плана, ни стратегии, ни тактики, ни понимания, что делать с путинским режимом, ни понимания, что нужно делать в России. Поэтому они мечутся между тем, что надо как-то победить, и возможно сохранить каналы какие-то, пути, дорожки, если вдруг придется договориться с Путиным. Вот между этими двух зон, или даже не двух зон, вернее, между вот этими двумя полюсами они и колеблются. Да, хотела бы вернуться к обмену. Нельзя не отметить, что это первые такие масштабные такие договоренности после начала полномасштабной войны Украины. И достаточно крупные переговоры были, я так понимаю, между США, Германией и Россией. Вот если говорить вот с точки зрения политики, да, что это может изменить, вот в том числе и в контексте войны в Украине? Мы пока с вами не понимаем это. Давайте, вот я не буду тут делать умный вид и говорить, что я все знаю и понимаю. Нет. Пока мы не понимаем, к чему это может вести. К какому-то там потеплению, к продолжению этих обменов. Или это разовая акция, которая пытается, допустим, там, которая является пиаром для каких-то определенных групп политиков, как в России, так и за рубежом. Мы это тоже не знаем. У кого-то накануне выбора, у кого-то они там только что состоялись, и нужно что-то делать, доказывать правоту. Может быть так, а может быть нет. Ну, конечно, там присутствует главный аспект гуманитарный. Безусловно, он там есть. Вот. Но что это означает? Сказать сейчас очень сложно. В любом случае, я пока... Может быть, были договорены с американцами, которые там жестко поставили вопрос. Если там мы сейчас либо 10 F-16 дадим Украине, либо 100. Ну, я так условно утрирую, фантазирую сейчас. Но Путин сказал, ладно, давайте 10, но будет, и мы готовы тогда поменять кого-то на кого-то. Но только имейте в виду, что мы больше отдадим ваших, чем тех, на которые, там, которых ненавидим мы. Вот. Потому что если мы сейчас возьмем, допустим, список политзаключенных, да, там много действительно ярких, действительно талантливых людей, которых надо освобождать. Я там не буду повторять фамилиями. Но там даже осталось... Беркович, Женя Беркович, депутат Горина, который находится в тяжелом состоянии здоровья. Еще многие, десятки и сотни людей, которые просто мучают режим как заложников и как, значит, объекты отмещения всех, за все свои страхи и, значит, вот эти моменты политические. Сотни, я бы сказал, там, по-моему, 1300 с кем-то насчитали в ОВД-инфо политических уголовных дел, политизированных, в котором люди сидят. Это продолжается, все, нарастает число. Увеличилось там в 5 раз, по-моему, число политзаключенных в России за последний год. Вот поэтому процесс продолжается. Мы видим, что с одной стороны гуманный акт обмена, а с другой стороны в этот же день прилетает ракета в дом Ильи Пономарева. И попадает не только в него, ну, я имею в виду в дом, там домашние, там семейные, там родственники, и они там все ранены. И там кровище было море, он мне рассказывал, мы сегодня с ним разговаривали с тем. Явно умышленные действия, явно налетело именно туда. Явно это был специальный дрон, который пролетел через несколько минут после, значит, отбоя воздушной тревоги. До этого там еще были 2-3 дрона, падали в окружении его дома, но они просто думали, что случайно, но мало ли что сработало. Вот как бы по неуправляемой баллистической траектории летит эта хрень собаки и взрывается. Но оказалось, что нет. Оказалось, что там целенаправленно, методично направляли дроны, чтобы убить не только Илью Пономарева, а и членов его семьи. Там взрывчатка, бомба, она не разбирает, кто там сидит в окопе. Вот, поэтому мы же не видим какого-то там каких-то потеплений, каких-то шагов, каких-то политических заявлений, готовности к чему-то. Поэтому сейчас сказать очень сложно. Вполне возможно, что это такая гуманная, гуманитарная акция, как когда-то были акции в годы Холодной войны. Только беда в том, что, вот еще раз говорю, что в годы Холодной войны меняли шпионов на шпионов, диверсантов на диверсантов, там кого-то на кого-то, не меняли убийц. А сейчас, во время этого обмена в новой Холодной войне, убийц поменяли на невиновных людей, которые не совершили никаких преступлений, кроме того, что, по мнению Путина, преступлением является быть в ладу со своей совестью, своим взглядом и убеждениями. А холодная ли война? Вот это вот. Холодная ли война? Ну, она и горячая, но она уже и холодная идет. Мы же видим. Она и горячая, и холодная одновременно. Горячая она идет в Украине, а холодная война она разворачивается по другим фронтам. Безусловно, мы смотрим санкции, ограничения, запреты, исключение из международного общения России, да много чего другого. На Олимпиаде вот нет ни одного спортсмена под российским флагом. Мы же прекрасно понимаем, что это холодная война. В том виде, в каком мы ее помним по второй половине 20-го столетия. Ну, учитывая то, что творит российская армия на территории Украины, я думаю, что это мало, это нужно намного больше для того, чтобы Россия окончательно ослабла. Геннадий, спасибо вам большое за ваше время и анализ событий. Геннадій Гудков, опозиційний політик, був гостем Обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Коментуйте, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.